Здравствуйте, пришла мелкая посылка с AliExpress. Здесь товар пустяковый, но довольно забавный. Скорее купил для любопытства, чем по надобности, так сказать. Стоило $1.5, в принципе, почему бы не попробовать. И да, это не что иное, как Swisscard. В китайском исполнении, естественно. Упаковано, как видите, очень просто. Я бы сказал, даже плохо упаковано, потому что она может разбиться. В комментариях к товару некоторые товарищи жаловались, что пришла уже в разбитом виде. Судя по всему, пластик довольно хрупкий. Поэтому за упаковку, конечно, минус. Но учитывайте, цена $1.5. Никто не будет за $1.5 заморачиваться вам. В принципе, кстати, цвет тот, что и должен был прийти. Заказывал черное, пришла черная. Это радует. Так, я просто смотрю, нет ли тут сколов. Да нет, вроде. Все в порядке в этом смысле. Вот такая вот смешная. Кстати, довольно увесистая. И довольно толстая, чего я совершенно не ожидал. Обработочка, конечно, ну так. Не очень радует. Сами видите. Все очень просто и дешево. Давайте посмотрим инструменты. В принципе, здесь всего два основных инструмента. Во-первых, это нож. Многофункциональный. Кстати, как держится? Не, как бы не выскакивает. Хотя, надежным, конечно, не назовешь. Вот такой вот забавный нож. Ну, тут как бы формально есть даже отверстие для гаек. Ну, не знаю. Ну, и открывашка, да? Открывашка для бутылок. Ну, сами знаете, китайцы всюду, куда только могут дотянуться их ручки, вставляют открывашки для бутылок. Хотя, как по мне, в современной ситуации это абсолютно бессмысленная штука. Нож типа серрейтерный. Лучше бы, конечно, сделали прямое лезвие. Было бы больше смысла в этом. Он острый хотя бы. Но, если честно, он довольно туповат. Так, бумажка где-то у меня тут была. Давайте проверим. Да. Ну, серрейтер, конечно, скорее рвет, чем режет. Хотя, местами даже режет. Ну, а плайновая часть просто рвет. Заточка, конечно, паршивая. Но ничего иного я и не ожидал. Сведено, кстати говоря. Сами видите, какой подвод толстый. Да? А, вот почему толстый. Потому что одностороннее сведение. Ха-ха, забавно. Это типа облегчает, насколько я знаю, изготовление таких инструментов. Ну да ладно. Давайте следующий инструмент глянем. И что иное, как вилка. Она очень мелкая. Ну, сами видите на руке. Очень мелкая. Ну, в принципе, что-то подцепить можно. Поковыряться где-то можно. Ну, не так уж и страшно выполнено, если уж честно говорить. Ожидал гораздо более простого решения. Еще здесь у нас есть линейка. Фокус. Ну, короткая, конечно. Но, может быть, кому-то пригодится. Отверстие под темляк, насколько я понимаю. И что, все? Да, и все. Больше никаких инструментов здесь нету. Вот такой вот простой многофункциональный инструмент. Часть, конечно, функций натянута. Вилочка, конечно, смешная. Но, в принципе, ради удовлетворения собственного любопытства даже не жалко. Забавная штука, я бы сказал даже. Возможно, даже можно применять где-то. Вы смотрите, кстати. Даже сделана попытка отполировать с торца инструмент, да? Не везде, правда, удачно, но тем не менее.
заморочились. Ладно, вот такая вот штуковина была сегодня на коротком обзоре. Ссылку, если кому-то интересно, оставлю под видео. Ну, не знаю, рекомендовать не буду. Довольно сомнительная вещь. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.